Матерь Божья. Сегодня вечером в Москве облачно, небольшие осадки, температура около 7. Я туда заколебался. Блять. Красиво, блядь. Куда ты едешь, жуёбок, блядь? Долбоёб ебаный, блядь! Сука, дебил, блядь! Я тебе перезвоню, нахуй! Долбоёб ебаный, блядь! Куда ты едешь? Ну ты чё, ёбаный блядь? Какой нахуй поворотник, блядь? Блядь, долбоёб ебал, нахуй, машину мне, блядь, куда мне писать? 400 метров, поворот налево. Через 300 метров авария. Нихуя себе. Тормозил, мусоров увидел. Он не мусоров увидел, все тормозить стали, он начал тормозить. Диапазон. Программа Барбовица, финансирование. Эй, дурак ебаный.
мне лес, Кош, у меня ручка. Мы сейчас заедем в старый храм. Мне надо из этих 30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 лет. Сука. А на этом месте вот, помнишь, там зонтик зеленый был, кореец. Ух ты, ёпарасоте. О, блин. А куда поехали-то? Ехай на 80. А? Ехай на 80 заходить. Ебать, туда сейчас мы полетим. Ебать! Сука! Блять, это экшен нахуй. Авиакомпании Air Baltic из Риги. Между тем, в учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия стихнет сегодня к 16:17. Папаса, гламура и порока. Новости из Лобни. И был признан способным, но не годным. Опытный продавщик.
Опа. Моя, и ты хочешь, мода, услышал? О, блядь, это что? Это пиздец. Это пиздец, блядь. Ебануться можно, блядь. Тихо, блядь, ебаный урод. Че, блядь? Где ты уехал? Вот эту машину в автобус. Ой, ты живой. Твою мать!